Районный центр в средней полосе России. Молодой город, выросший из старинного купеческого села. Назовем его Синий Омут. Ну, хотя бы потому, что река Синяя блестящей петлей охватывает весь город. На высоком берегу реки Синий природой поставлен большой валун, поросший мхом. Это место Павел Петрович Леднев, председатель исполкома, считает самым красивым на свете. Когда трудноразрешимые дела или досадные мелочи захлестывают его, он приходит сюда подумать. А хозяину города всегда есть о чем подумать, потому что он окружен делами, за которые он отвечает, потому что он окружен людьми, которые входят в его жизнь со своими хлопотами, бедами, заботами. Пожалуйста, прошу тебя, не бренчи ложкой. Ребенок после 12 лет имеет право сам выбрать, с кем из родителей остаться. Господи. Я хочу сохранить семью. Нет у нас семьи. Что у нас общего? Крыша? Стол? Стул? Сын! Сын! Да. Кто? А, Скворцов. Что у вас там? Вытащили? Нет? В какую ерунду уперлись? Что думаешь делать? Домкрат? Домкрат. Попробую достать. Побудь у телефона. Неужели в такую минуту нельзя отложить дела? Извини, это срочно. Алло, Алексей Иванович, Леднев беспокоит. Выручай. С очистными замучились. Надо испытывать первую нитку, а в колодце заклинило задвижку. 10-тонный кран не берет. Дай домкрат. Сейчас. Инженер Скворцов к тебе из водоканала приедет. Ну, есть. Есть. Спасибо. Скворцов, бери людей и быстро на станцию. Дадут. Я попозже позвоню. Пап, да. Одиночество вдвоем. Страшная штука. Нас трое. 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 Ты главное упускаешь. Пусть Сергей кончит школу. Пойдет в институт или в армию еще 5 лет. Через 5 лет мне стукнет 44. Кому я буду нужна? Боже мой, была веселым, легким человеком. Любила свою работу. Из-за тебя все бросила. Я советовался с тобой, когда назначали сюда. Ты знала. В Синеомуте нет ткацкой фабрики. И согласилась. А что мне было делать? У тебя государственные дела местного масштаба. А я какие-то цветочки, орнаменты рисую. Ты обещал интересную работу? Нашел. На промкомбинат хожу как на каторгу. Пока ничего другого придумать не могу. Уеду к маме, поступлю на свою работу. А вернется Сережка из лагеря, заберу его. Ну, кто это может быть? Я открою. Так не положено, знаю. Лезу вечером на квартиру. Вы простите. Товарищ Леднев, ну, безвыходно. В исполком к вам бегло не пробилось. Совещание, уехал. Так, вы кто, по какому вопросу? Титова я. Вопрос у меня квартирный. Я принимаю в исполкоме по личным вопросам в понедельник с 16 до 18. Дома не имею права. До понедельника ждать нельзя. Завтра, говорят, решать будете. Всего-то 5 минут. Ну, проходите. Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Да ничего, ничего. Может быть, чаю с нами? Спасибо, не беспокойтесь. Вы садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. Дали мне квартиру. Ах, дали? Так в чем же дело? 3-комнатную, улучшенной планировки. Да где? На самых выселках.
Крайний дом, дальше чисто поле. Слушайте, товарищ Титова, это уже капризы. Нет, вы меня послушайте. Я няней в больнице и в пятом магазине по совместительству убираю. Мне туда скачи, не доскачешь. Ну, скакать не нужно, садитесь в автобус. Ага, на автобус. Сыну в школу тоже на автобус, близняткам в детсадик тоже. Там ни школы, ни садик еще нет. Автобус один, из Зарядья. Как я в него со своей командой вопрусь? А Пятаков где на него набраться? Полный прорыв бюджета. Еще из магазина уволюсь. Не поспеть же мне. Значит, у вас трое детей, а муж? Нет, детей у меня четверо. Старшая только вот аттестат получила. Мужа нету, и элементов нет. Вот так. Да. А отца-то вы знаете? Можно ведь и его... Всех отцов знаю. Сколько же их? Трое. Только помощи их не надо. Детки мои собственные на меня записаны. И никого нам не надо. Алик тогда приезжал. Алик? А это старшенькой моей отец. Его Алик Первым зовут. Армянин он. Тут в воинской части службу проходила, а я местная, из Калиновки. Их часть у нас фирму строила. И случилась у нас любовь. Такая любовь, товарищ Леднев. Ни у кого такой не было. Верно вам говорю. Так любил и не женился. У них порядки строгие. Без согласия родителей нельзя. Подошел ему дембель, а я уже на 6-м месяце была. Прощались, слезами изошли. Он все твердил, не плачь, душа моя. Нас теперь трое. От нашей любви золотое дитя родится. Слетаю к родителям, получу согласие и за вами. Родила я доченьку. Здоровенькую, красивенькую. Глазки, как угольки. И он не приехал к вам? Нет, сначала каждый день писал. Не волнуйся, драгоценная моя, не сомневайся, дела держат. Ну, а через 3 месяца толстое письмо пришло. Родителей слышать не хотят, и думать запретили, и невесту ему сосватали. Ну, а мы деревенские, гордые, в чужую семью напролом не полезем. Ерунда какая-то. Взрослый человек, у него ребенок. Обязан был вернуться. У них порядок. Младший сын должен с родителями жить, старость их покоить. Через 2 года приехал на меня, на дочку посмотреть, кучу денег привез. Прогнала. Не баламуть меня, я говорю, и девочке тебя знать ни к чему. Сунула ему его 1000, в окно глянула, идет, плачет. Обоим жизнь сломали. Как после этого жить? Да, 5 лет ни на кого глазом не покосилась. А мне 23 годика было, трудно одной. И весна навалилась, сирень злодейская, как дурман. Повстречался мне солдатик, надо же, из той же воинской части. Парень такой светлый, душевный. Той любви у меня уж не нашлось, а родным человеком стал. Дочку полюбил. Придет в увольнение, балуется с ней, она ему: папка, ты с нами живи. Он сам-то детдомовский был, никто его не ждал. Кончил службу, у нас остался. На эскаватор сел, заявление в ЗАГС подали, на Новый год свадьбу наметили. Тут тоже бросил. Сбежал? Ко мне бежал. На том берегу котлован рыл через мост, а в объезд далеко. Но он и шуранул по льду. Синий-то уже стал, а он реку не знал. И аккуратно на то место попал, где омут. Вода там бурливая, лед тонкий. Ушел на самое донышко. Да. Вот надо же, какая нелепая гибель. Не судьба нам была. Погревала я, а спустя 1/2 года сынок родился, утешение. Калюни, как отца назвала. Такой мальчишка славный. Сейчас 7-й перешел. Трудно у вас жизнь сложилась, очень трудно. Ну что? Я счастливая. Конечно, горе было, да чистое. Любовь была необыкновенная. Детки у меня загляденье. Близнетки мои матрешки, Машенька и Дашенька. Ну, куклы! А их отец... А он в больнице у нас лежал. Аппендикс вырезали. Выписался, на дом пришел, вроде поблагодарить. Мармелад принес, наливочки. Ну, так хорошим показался. На промкомбинате работал. Большой разряд имел и не пьющий. Тоже умер? Живой. Да ненужный нам. Подали в ЗАГС, он тут и говорит: мы Евдокии своего ребенка ждем, а твоих можно и в интернат устроить. Я узнавал.
Я как вызверилась, что под живой матери деток в интернат сдавать. Да я их ни волосок на тебя не променяю. Давай чеши отсюда, чтоб духу твоего не было. Правильно сделала. Так и ушел? Родила близняток, заявился. Давай, говорит Евдокий, по-хорошему. Я обдумал и согласен. Пусть твои старшие с нами живут. А я ему, ты-то согласный? Да мы-то не согласные. Ну, помогать-то он вам обязан. Я позвоню прокурору. Что вы, что вы? Он грозил с судом у меня дочку отнять. А я говорю, знать тебя не знаю. Отопрусь. Живо в ЗАГС, на себя их записала. Ну, вот он снялся с работы, уехал. Теперь хорошо живем. Только вот с квартирой помогите, товарищ Леднев. Ну, нет нам возможности там жить. Ну, что ж, надо списки посмотреть. С кем вас можно поменять? Да. Теперь буду надеяться. Как и благодарить, не знаю. Благодарить рано. Наболтала я тут, задержалась. Вы уж извините. От души желаю, чтобы у вас все хорошо устроилось. Угу. И вам того же. До свидания. До свидания. До свидания. Наверное, я неудачница. Не выдумывай. Евдокия это со стороны посмотреть. Несчастный человек. А счастлива. На меня со стороны посмотреть. Счастливая женщина. Уговариваешь себя? Где-то читала, неудачник тот, кто получил меньше, чем рассчитывал. Кто хочет больше, чем заслужил. Каждый находит то, что ищет. Вот так-то, Людмила. Как ты меня назвал? По имени? А что? Не Люсенька, не Милочка. Нет, Людмила, как гвоздь вбил. Мила, послушай меня, Мила. Выпросила ласковое слово. Хватит, сыта. Завтра уеду к маме. А ты живи один. Живи один. Можешь совсем в исполком переехать. Из исполкома мне придется выехать. После развода председатель меня оставит? Ну, почему? Не ты же меня бросаешь, я тебя. Человек, который не сумел навести порядок в собственной семье, не заслуживает доверия. Он и в районе не наведет порядок. Ах, из-за этого отговаривал. Испугался. Карьера поломается. Испугался. Ну, ладно, хорошо. Об одолжении тебя прошу. Повремени с разводом. Хотелось бы начатое закончить. Пустить очистный коллектор. Дома заселить. Утвердить коттеджи для села. Кто ты? Заядлый карьерист? Одержимый дурак? Не знаю. Наверное, просто хозяин. Привет, привет. А Павел Петрович ждет вас в половине десятого. Да знаю. А ты все бегаешь. Да, вот что-то газеты свежие не приносит. Хочу проверить. Ну, беги, беги. Товарищ Шлыков, к нам путь держите. С утра пораньше. А куда же еще? Приветствую, Ольга Даниловна. Ваш хозяин на 9:30 вызвал. Время еще есть. Феденька, трудно мне. Ой, как трудно. Супруг мой опять вчера напился. С Ленивым по проволочке хожу. Не угадаю, что он выкинет, либерал несчастный. А выглядишь, ну, просто королева. Этот вопрос, товарищ Шлыков, нужно обсудить капитально. Извините, Ольга Даниловна. Посоветуемся с товарищами и... Доброе утро. Доброе утро. Я сводку по сеноуборке вам на стол положила. Спасибо, Ниночка. Ой, прячемся, таимся. Ой, тошно.
Вот устрою супруга в наркологическое. Пусть лечит с отрывом от производства. Одна останусь. Женщина я молодая, здоровая. Замужней только числюсь. Тогда никто уж не осудит. А меня? Тебе все сочувствуют. Женат, в Москве осталась. Тебя на московскую квартиру променял. А ты сколько лет бобылем живешь? Какой с тебя спрос? Знаешь, Ольга, надоело мне в снабженцах-то ходить. Ну, не прибедняйся. Зам директора по снабжению фигура. Да нет, тут разговор был. Предложили мне зампредом в один райцентр. А что? Соглашайся. Потом и меня к себе возьмешь. Опыт руководящей работы у меня есть. Кадры всюду нужны. Надо подумать. Угу. Встретимся сегодня, где всегда. Обговорим? Мне пора. Леднев с 8 в кабинете сидит, мыслит. А мне еще рано. Ну, зайду, мне тут кое-кого повидать надо. Доброе утро, Ольга Даниловна. Павел Петрович уже спрашивал о вас. Ну, как же. Передай, через 10 минут буду. Саша! Егоров! Ой, Тоня! Ой, привет! Привет! Ты к кому? Я к Ледневу. Спроси, можно к нему на одну минуточку, ладно? А по какому вопросу? По личному? По общественному. Ой, ну ты вырос, Сашка. И важный да, какой. Ну, посиди здесь. Узнаю. Павел Петрович, вот свежие газеты. Наши местные, областные, а центральных еще нет. Спасибо, Тоня. Записывай. Хорошо. Готово? Да. Предупредить население. Угу. Ввиду испытаний новых очистных сооружений, да, запрещается купаться в реке, угу, и полоскать белье. О разрешении оповестим особо. Записал? Да. Как твой маленький? Спасибо, Павел Петрович. Сегодня хоть спать дал. Доктор сказал, зубки режутся. Ну, хорошо. Ко мне есть кто-нибудь? Из 4-й школы, комсорг 10-го. Егоров Саша на минутку просится. Ну, пусть заходит. Проходи, Саша. Здрасте. Садись. Спасибо. Слушаю тебя, товарищ комсорг. Помните, вы приезжали нас агитировать, чтобы, окончив школу, в сельское хозяйство шли работать? Ну вот, мы обсудили и всем классом приняли решение. Едем в совхоз «Победа» операторами на комплекс. Хорошая новость, Саша. Большая помощь хозяйству. У них 20 доярок на пенсию уходит. В воскресенье к ним знакомиться едем, даже концерт подготовили. Отлично, отлично. Автобус вам выделим. А может, и вы с нами, а, Павел Петрович? Ну что ж, не будет срочных дел, съезжу. Передай ребятам благодарность исполкома. Ну, всего тебе. Спасибо. До свидания. Доброе утро. Здравствуйте. Садитесь, Ольга Даниловна. Что у нас сегодня, как с сеноуборкой? Вот, сводка. Так, Ириновская отстает. Калиновка, Капитоновская, Капитоновская. Надо им помочь. Субботник готовится. Вот список. Так, все работники исполкома? Поголовно? А что, с ними говорили? А зачем? Как зачем? Раз субботник, обязаны ехать. А если кто нездоров? Или дома больный? Или неотложные дела? Нет, давайте без насилия. Предложите зав. Отделами опросить своих сотрудников. Сделайте реальные списки. Тогда закажем автобус. Вот-вот. Таким либерализмом и плодим Сачков. Сачков мы знаем. С ними особый разговор. Остальные чем виноваты? А мы ведь с вами гуманисты не только на словах. Не так ли? Да. Павел Петрович, Бураков говорит.
Слушаю. Зашились? Помогите. По какому поводу караул кричишь? Моей автоколонне дали 20 гектаров прополоть. Ну, шефская помощь. А мы за неделю 2,5 выполнили. Нет, людей. А как совхоз встречает? Стакана воды не допросишься? Так, выполняйте 10. Остальные скорректируем. Спасибо, Павел Петрович. Привет. Тоня, да? Соедини меня с директором заряди, потом с Калиновским. Хорошо. Конечно, дело ваше. Но я как коммунист обязана сказать. Погубит вас либерализм. Автоколонии план скорректируете. КБО, я слышала, план уменьшили. А наша задача – бороться за рост производительности. А я убежден, что если перед человеком поставить заведомо невыполнимую задачу, то честного толкнем к преждевременному инфаркту, а не слишком честного на приписке. Пользы в этом вижу мало. Будем исходить из реальных возможностей. Слушаю. Директор зарядиоаппарата. Жалоба на тебя, Иван Тимофеевич. Кто такой? В чем дело? Как людей встречаешь? Шефы приезжают вам помочь, а ты их без воды целый день в поле держишь. Да так ведь, Павел Петрович, я думал, у них свои там машины. Не оправдывайся. Делай так, чтобы люди не обижались. Ну, ясно, хорошо. У меня все. Так что, Ольга Даниловна, субботник назначим на 4 утра. Не рано? Коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. Ну, может, баяниста прихватим? С музыкой, с песней ехать веселее. Дело. Вот вы и будете запевать. Я? А почему штаб по благоустройству не проверяете? Сегодня посмотрел. Указателей на дорогах так и нет. Сушняк не вырубили. Все, что постановили, на бумаге осталось. Здорово, Леднев. Ольга Наниловна, приветствую. Здравствуйте, Федор Степанович. Ну, давай, Павел Петрович, по-быстрому. Зачем звал? Садись, садись, Федор Степанович, садись. Урок у тебя взять хочу. Поучи меня, как ты, когда председателем исполкома был, от завода все, что надо, получал. Обучи методике. Методика. Просил, доказывал, нажимал, требовал. И давали. А я прошу, доказываю, нажимаю, требую. Мне люди нужны позарез. Ты не даешь. У завода, между прочим, план есть. И срывать его никто не позволит. Что могу без ущерба для плана? Надо задействовать и другие организации. А то все завод и завод. На очистные сооружения и насосную станцию всех завяжем. Сегодня после обеда начнем первую нитку испытывать. Не прорвет, завтра вторую. Что за спешка? Ты знаешь, там недоделок сколько? Спешка? Полгода готовые дома под пломбой стоят. Не можем заселять. Очистные не справляются. Как перед людьми оправдаемся? Ну, полгода ждали, еще месячишка другой подождут. Честно скажу, не понимаю твоей политики. Завод самый крупный дольщик. 40% квартир ваших... Дольщик? Дольщик, а не дойная корова. И не считай мне, пожалуйста, нотации. Только и слышу. Дай, 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 дай. Слушай, Федор Степанович, давай определимся. Может, мне поговорить с директором? Пусть даст мне другого представителя. Трудно тебе? У тебя с переменой места интересы переместились. Крен дали. Никак не сбалансировать. Так поговорить мне с директором? Ладно, не шуми. Сейчас на завод поеду. Наскребу тебе, постараюсь. Ну, будь. Тихо, тихо, я за горло взял. До свидания, Ольга Даниловна. До свидания. У вас ко мне все? Списки на заселение домов у вас или в жилотделе? У меня. А что вас интересует? Зайдите с ними потом ко мне. Хорошо. Павел
относится. Это кто же? Валя Лопушков, начальник ремонтно-строительного управления. А, ну давай, зови. Прошу вас, Валентин Трофимович. Можно, Павел Петрович? Заходи, садись. Что не весел, товарищ Лопушков? Влип я, Павел Петрович, со страшной силой. Снимайте меня. Уже 3 месяца не отработал. Эх ты, молодой специалист. Во что влип? Вчера ревизия у нас кончилась. Сегодня акт получил. Полная хана. Смотрите сами. Лихо. Как же ты так нахозяйничал? Да мы по старой инструкции начисляем. Она какую-то новую привезла. По ней выходит у нас завышение расценок. Погоди, кто она? Развалдаева из нашего отделения стройбанка. Приписки всюду видит. Как где скрытые работы? Затирка под штукатурку, штукатурка под побелку. Она кричит, докажите, что делали. Я ей культурненько, это вы докажите, что не делали. Не сечет. В акт пишет. Тоня, найди Развалдаеву из стройбанка, пусть сразу же позвонит. Хорошо. А по совести, Валентин, приписки есть? Да, конечно, Павел Петрович, иначе нельзя, рабочие разбегутся. Ты им приписками зарплату повышаешь? Ну, среднюю натягиваю. Мы сейчас в деревнях школы ремонтируем. Бригадки по 2-3 человека по всему району разбросаны. Не подвезли им своевременно материалы, полдня простое. А рабочие не виноваты, они свое хотят получить. Вот и выводим по среднему, так? С одной стороны, так. А с другой, отличный способ лодырей поощрять. Может, кое-кто полдня рыбку ловит, а потом на нехватку материалов сваливает. Да. Товарищ Леднев? Да. Развалдаева из стройбанка. Прочел ваш акт по РСУ-10, товарищ Развалдаева. Скажу прямо, крайне неприятное впечатление. Много мелочных придирок. Есть недоказательные пункты. Вы говорите о скрытых работах? Убеждена, что их не делали, пусть докажут. Да как? Можно я скажу, а? Смыть побелку, что, отбить штукатурку? Ну, не сечет, не сечет, хоть убейся. Вы на всех объектах были? Выборочно. Настоятельно прошу вас проверить всю документацию. Сомнительные пункты следует подтвердить фактами. А потом зайдите ко мне. Почему у тебя, Лопушков, новых расценок нет? Ты в Тресте бываешь? Ну, на прошлой неделе был. Спрашивал, что нового. Они сказали, новости старые, план выполнять надо. Сейчас же отправляйся в Трест, возьми расценки и пусть они тебе напишут, какого числа вручили. Подготовься к разговору с ревизором. Хорошо. Отбивайся. Отбивайся аргументированно. Ясно? Да? Товарищ Леднев. Да-да-да. Я из Березовского совхоза. Вы как говорили? Свежие овощи с поля на прилавок. Так? Говорил, не отпираюсь. Утром отправили машину с редиской. Все магазины обошла, нигде не взяли. Редиска красавица. Разрежешь сок, как из апельсина брызжет. Куда ее теперь? Снова в магазины. Возьмут. Надеюсь на вас, Павел Петрович. Я ручаюсь. Тоня, соедини меня с отделом торговли. Ладно. Вот такие дела, товарищ Лопушков. Павел Петрович. У меня идея. Надо бы нам начать розмарин выращивать. Яблоки? Садоводство не наш профиль. Да нет, не яблоки. Травка такая. Приправа для мясных, рыбных блюд, супов. Я читал, изысканный вкус придает. Нигде в Союзе ей не занимаются. Мы бы первые начали, как бы экономику района подняли. Слушаю. Павел Петрович, торговля приветствует. Вот как. Какие есть вопросы? Марья Ивановна, ты Горького читала? Кого? Горького? Горького, Горького. Ну а как же? Над седой равниной море... Угу, да нет, не то. Рассказ. Один из королей республики называется. Про миллионера. Там Горький пишет... он целые дни ест самые вкусные вещи. Пудинги, кексы, редиску с маслом.
а твои магазины лишают населения миллионерской еды. Березовская машина. Все магазины обошла и домой вернулась. Я не в курсе. Сейчас выясню причину. Ах, не в курсе? А причину я тебе объясню. Редиска 6 копеек пучок. Планы ею не сделаешь и руки об нее запачкаешь. А на рынке-то сегодня пучок 30 копеек. Люди на нас обижаются и правы. Справедливо, конечно. Ну и план тоже нам выполнять надо. Тихо. Короче, если после обеда в магазинах не будет редиски, взыскание тебе обеспечено. Понятно. У меня все. А ты, Валентин, чего ждешь? Да еще одна мыслишка насчет рогачей. Ухватов. Наладить бы на промкомбинате выпуск. Ой, прибыльное дело. Эх ты, Розмарин. У себя в РСУ прибыли добейся. Ведь в прогаре сидишь. Да, это конечно. Непременно. Меня экономика района интересует в целом. Создать бы у нас мозговой трест. Например, мы с вами. Еще привлечь перспективно мыслящих. Сначала сострой трест, мулать. Беги. Ладно. Ну, до свидания. Спасибо, Павел Петрович. Ой, осторожнее. Извините. Вот списки на заселение. Вы просили. Так, посмотрим. Кто такой Капустин? Капустин, не помните? Ему дали трехкомнатную на Куйбышева. Надо бы поднять документы в жилотделе. Капустин рабочий, передовой рабочий на Кирпичном, член бригады комтруда, общественник. Жена работает в парикмахерской, мать пенсионерка, сын в армии. Ну и память у вас. А что вас беспокоит? С ним все законно. Меня другая семья беспокоит. Понимаете, четверо детей. Мать санитарка в больнице, совмещает уборщицы в магазине. Мы им дали на новый, в последнем доме. Как ее фамилия? Титова. А, мать-одиночка. Ну как же, знаешь. Не будем касаться этого обстоятельства, подумаем о детях. Да, забота о детях – наша первоочередная задача. Но я против половинчатой помощи. Раз семья плохо обеспечена, моральный облик матери, мягко говоря, оставляет желать лучшего, мы устроим школьников в интернат, а дошкольников переведем в круглосуточный детсад. Вот это будет действительно помощь. Отнять детей у матери? Разлучить сестер? Брата? Да нет, она на это никогда не согласится. Ну, знаете, тогда и претензии пусть к нам не предъявляет. Иногда мне кажется, что вы говорите по-японски, а я по-португальски. До того мы не понимаем друг друга. Да, я действительно не понимаю. Почему мы должны потворствовать Титовой и ущемлять Капустина? Не так уж и ущемим. Ему оттуда, даже ближе на Кирпичный. Он член партии? Конечно. А Титова, насколько я знаю, беспартийная. Поговорю с ним как с коммунистом. Думаю, поймет. Ой, меня одно возмущает. На исполкоме было принято решение, списки утверждены, а теперь вы единолично... Как вы считаете, если бы на исполкоме мы узнали от вас истинное положение этих семей, какое решение бы приняли? Да не хочу я сейчас об этом думать. Вы понимаете, должен быть порядок. А справедливость? Я могу идти? Идите. Тонечка, здравствуйте, спасибо. Может, чаю вам принести? Да нет, спасибо. Тонечка, не пускайте ко мне никого. Хорошо. Слушаю.
Василий Сергеевич? Да. Леднев беспокоит. У тебя кто-нибудь есть? Один. Заходи. Да нет, по телефону легче. Как бы это сказать? Словом, считаю необходимым поставить тебя в известность как секретаря райкома. Плохо у нас с Людмилой. А что случилось? Уехала она к матери. Ну и что? Постынет, вернется? Да нет. Настаивает на разводе. После развода, полагаю, мне придется уйти. Да, Паша, худо. И все-таки? Ну, такие происшествия никого не украшают. Руководящих работников особенно. Вот я и хотел тебя предупредить. Надо подготовить мой резерв. Ну, ты не торопись. Работай, как работаешь. Нужно будет, вернемся к этому разговору. У тебя все ко мне? Пока все. У меня вопрос. Да. Ты нашу газету районную читал? Нет. А что там? Да статья об огуречниках. Мне сейчас показали. В редакции говорят, тему подсказал исполком, и материал согласован с вами. Ничего об этом не знаю, Василий Сергеевич. Выясню, доложу. Добро. Ну, будь здоров. Будь здоров. Павел Петрович. Да. Пришла Развалдаева с Ней Лопушков. Пусть войдут. А ты мне, пожалуйста, найди редактора газеты и узнай, кто первоначально дал им материал об огуречниках. Об огуречниках. Хорошо, Павел Петрович. Проходите. Спасибо. Разрешите, товарищ Леднев? Да-да-да. Садитесь. Каков результат проверки? Так. На 4500 рублей меньше. Объясните мне, товарищ Развалдаева, как могут быть два разных акта по одной ревизии? Конечно, это ошибка с моей стороны, но товарищ Лопушков... Да что товарищ Лопушков? Но товарищ Лопушков так просил... Я не просил снизить сумму, я просил еще раз проверить. Так вот, двух правд не бывает, товарищ Развалдаева. Будем искать единственную. Назначим объективную комиссию. Дело ваше, но я... Зинаида Михайловна, я скажу прямо, мне очень не нравится эта история. Мне кажется, ревизия вызвана личными мотивами. Павел Петрович, подобное обвинение нужно подкреплять фактами. Хорошо. Плановая ревизия была 4 месяца назад. В результате ее сняли вашего мужа. А теперь вы стремитесь доказать, что его сняли напрасно. Без него продолжается то же самое. Вот, все на поверхности. Может быть, я в чем-то и ошиблась, но приписки же действительно есть. Извините. Павел Петрович, я выяснила, материал в газету давала Ольга Даниловна. С ней же согласована статья. Ясно. А где Ольга Даниловна? Еще не вернулась из района. Когда приедет, пусть немедленно зайдет ко мне. Хорошо. Так вот, Лопушков неопытен. Попал в наезженную колею. Но разница в том, что ваш муж не забывал приписками и себя, а этот парень копейки не возьмет. Вы, стараясь обелить мужа, и сами попали в беду. И району оказали плохую услугу. РСУ – организация маломощная. Но у нас она единственная. Ваш акт душит их. Должен предупредить. Буду ставить вопрос о вашей непригодности. Почему это? У меня специальное образование, опыт работы. Необъективный ревизор профнепригоден. Это мое мнение, у меня все. До свидания. А ты, Валентин? Получишь взыскание. Ну да. Наведи у себя порядок. А то идеи выдавать гораздо. Ну, вообще-то две отличных есть. Можно я скажу? Слушай, иди отсюда. Дай работу. Ладно, ладно, ухожу. Вечером домой приходи. Жена в отъезде. Послушаю твои бредни. Заметана. Уже ушел.
Вы искали меня? Что-нибудь случилось? Садитесь, Ольга Даниловна. Спасибо. Ольга Даниловна, скажите, вы любите свежие огурцы? Вы что, смеетесь надо мной? Знаете, я с утра ношусь по району, маковой росинки во рту не было. Не сердитесь, не сердитесь, ответьте. Ну, люблю. А кто их не любит? Вот именно. Кто? Их любят все. Почему же вы хотите всех лишить? А, значит, вышла статья о спекулянтах. Давно пора. Уточним. Спекулянт скупает продукт чужого труда и перепродает его по повышенным ценам. Не учите меня азбуке. У нас же люди выращивают на приусадебных участках под пленкой ранние огурцы и продают продукт своего труда. По каким ценам? Шкуру с трудящихся дерут. Если следовать вашей логике, все колхозники, привозящие на рынок овощи со своих участков, тоже спекулянты. Они тоже торгуют не по государственным ценам. Вы поймите, каждый огуречник загребает в сезон 5-6 тысяч. Я выясняла. А сколько выручают за ранний картофель? Дело не в сумме, а в принципе. Так, значит, мы будем поощрять накопительство. Растить кулаков, мелкую буржуазию. Давайте избегать неточных политических формулировок. Да вы поймите, с ними надо кончать. Когда завалим рынки огурцами, огуречники сами отомрут. А пока не будем лишать людей удовольствия съесть первый свежий огурец. Категорически возражаю. Огурцы не хлеб. Лучше обойтись, но не поощрять стяжателей, захребетников. Именно так назван вами в статье вахтер промкомбината. Как вы допустили? Без конкретного примера материал недействителен. Ну как же ему жить после этой статьи? Людям в глаза смотреть как? Переживет. Зато другие задумаются. Нет, это возмутительно. Это безобразие. Так не уважать людей. Унижать. Бить. Воспитывать. Понимаете, воспитывать на положительных и на отрицательных примерах. Мы, советская власть, обязаны быть гуманными. Гуманны. Гуманный гуманизм, только и слышу. Знаете что, я ведь тоже хочу добра. Но люди не понимают. И нужно заставить их понимать. Насильственный гуманизм. Такого не бывает. А ваш гнилой либерализм, простите, только разлагает. Какие проблемы решаете? Кстати, что это все вдвоем и вдвоем? Где твой зам, Павел Петрович? Балуев на сеноуборке по району мотается, Сенцов болен. А что случилось, Федор Степанович? Я вроде тебя сегодня не вызывал, а ты взял да сам пришел. Что, река синяя вспять пошла? Ну ладно, садись. Слушаю. Ну что ж ты молчишь, Леднев? А? Я о статье, все еще не разобрался? Выяснил, Василий Сергеевич. Вина моего аппарата, следовательно, отвечаю я. Так, ну и как думаешь выправлять положение? Считаю, газета должна принести извинения вахтеру. Не любят они этого. Не любят. Утверждает, что опровержение подрывает авторитет газеты. Вот я никак не пойму, почему честное признание ошибки подрывает авторитет. По-моему, наоборот, укрепляет веру. Ну ладно. Значит, об огуречниках набросай статью. Хорошо. Причем захвати проблему шире. Ну, о личных подсобных участках, содержании личного скота. Сделаю. Я еще что думаю? Подожди. Ну вот, пожалуйста. Мне сейчас доложили, пришел вахтер с семьей. Так что ты потрудись сам объясниться с ним. Иду. Федор Степанович, подожди минут 10. Мне нужно в райком. Ну зачем же пойду я? За вашей спиной прятаться не стану. Нет, вы не сможете искренне извиниться, успокоить людей, если уверены в своей правоте. Я скоро. Как он орал на меня! Как он орал! Кулаками стучал. Ну брось, брось, Ольгуня, не огорчайся. Чего на работе не бывает? Вот скажи, разве я не права? Дала актуальную тему. Оленька, ты расстроена, но все-таки, ну, отвлекись. Я ведь тебя вчера целый день искал. Нужно срочно посоветоваться, решать. А, переходить хочешь? Ну, я за. Предложили мне инструктором в облисполком.
Завтра нужно дать ответ. А с райцентром не выходит? Молчат. Видимо, возраст уже не перспективный. За 50. А я не того масштаба работник, чтобы с возрастом не посчитались. Ой, ну не принижай себя, Феденька. Столько лет на руководящей работе. Всегда справлялся. Справлялся бы. Сидеть бы мне в этом вот кресле и по сей день. И на заводе, чувствую, за меня не держится. Помощник-то мой парень разворотливый, с высшим образованием. Как бы нас местами не поменяли. Ну тогда... Тогда соглашайся немедленно. Я тоже так думал. Не мог без тебя решиться. Погоди, погоди. А как же мы? Ты переедешь в город. Будешь жить там с семьей? Да ведь пока другую квартиру не дадут. Я официально-то не разведен. Значит, у нас с тобой... Все? Знала бы ты, как мне больно. Как? Как все навалилось? Даже не соображу. Мужа в больницу уложила, не простит. Летний в жизни не дает. Феденька, родненький, уедем с тобой. Уедем, как хотели. Куда? Куда? Где нас ждут? Подальше, в глубинку. Заживем там с тобой. А через несколько лет я же тебе в тягость стану. Ты молодая, сильная, красивая. Но не имею права тебе портить жизнь. Найдешь себе другого. Значит, это ты обо мне заботишься? Не под силу мне. Думаешь, мужчине легко такое сказать? Это я при тебе молодцом пыжусь, на цыпочках стою. Устал. Я-то думала, хорошо ему, любит. Да ведь только с тобой и узнал счастье. Спасибо тебе за все, Олюшка. Не прикасайся ко мне, Господи! Какая же я была дура! Какая дура! Ольга Даниловна, что с вами? Куда вы? Оставьте меня! Оставьте всех! Вот те раз. Ой, не могу я, когда женщины плачут. Под ложечкой холодеет. Ну что, первый-то, небось, нахлобучку дал? Да, не без этого. Что, Ольга напорола? Ладно. Так что же заводу нужно от исполкома? Иначе вопрос стоит. Что исполкому от завода нужно? Говори с запросом. Все дам. Перепад давления. Откуда ветер? Не сориентируюсь. В облисполком ухожу. Вчера согласие дал. Неделя на сдачу дел и привет земле Синеомутской. Пользуйся, пока я дееспособен. Не премину. Нечасто такие предложения слышал. Ну что, попил я у тебя кровушки-то, а? Изрядно. Да уж, иногда так врезать хотелось. А ты думаешь, легко мне было в этот кабинет являться по вызову? Ну, по приглашению. Я демократичнее тебя был. К тебе по вызову в приемные часы, ко мне... Все, кому надо, когда надо. Точно, не кабинет, Казанский вокзал был. Эх ты, диетический бюрократ. О, кстати, ведь это я тебе пустил, слыхал? Ну, а как же, обидно, обидно. Не просто бюрократ, а вроде обезжиренный или подсушенный. Очень обидно. Ну, хоть бы раз сорвался, нет. Кругом стерильный. А трудно со мной работать? Непривычно. Раз горлом не возьмешь, ведь аргументировать надо. А чтоб убедительно аргументировать, подумать надо.
А извилины напрягать труднее, чем связки. Выходит, нелегко. Мое мнение, не на месте сидишь. Лишняя интеллигентность в тебе, вот она людей сковывает. А интеллигентность лишней бывает? Тебе либо повыше куда, либо в науку. А тут... Не справляюсь. Меньше надо с народом цацкаться, больше дела делать. Для чего? Как для чего? Будет сделано, красиво отчитаешься, начальство заметит, на повышение пойдешь. А я считал, все наши дела для людей. Да это в итоге, так сказать, в идеале. Идеал – высшая цель стремлений. Я, значит, должен стремиться делать для людей, а по дороге на людей же и плевать. Я ему решил помочь на прощание, чтобы лихом не поминал, а он опять дискуссию затеял. Хорошо, оставим дискуссию. Без сожаления наши края оставляешь. Возраст подступил, пенсия маячит. И потом надоело в семье гостем быть. Еще внучонок родился. Говорят, вылитый я. Ну, ладно. Я пойду. Так что ты давай думай. Неделю у тебя есть. Проси, что надо. Спасибо. Подумаю. Пока, председатель. Будь здоров. Слушаю. Товарищ Леднев, да? Я поплыл. Куда? Никуда, а где? В аптеке. Спокойнее, Ашот Иванович. Только факты и потише. Я стою босой. Факт. Зачем? Объясняю. Наводнение. Вода из-под пола. Факт. Лекарства сегодня завез. Факт. Аллахол, ножпу, антибиотики, витамин. Ясно. Срочно перегружайте лекарства на верхней полке или выносите. Люди у вас есть? Фармацевт с радикулитом и я. Начинайте сами, а я сейчас организую вам помощь. Фармацевт не сгибается, только приседает. Ну что я могу сделать? Пусть приседает. У меня все. Тоня. Да? Пришлите ко мне Ольгу Даниловну. Хорошо. Скворцов? Слушаю, Павел Петрович. Срочно аварийную бригаду к аптеке. Там вода на полу. Понял. Разберись и сразу позвони. Будь сделан, Павел Петрович. Вызывали? Ольга Даниловна, аптеку заливает. Где нам взять людей? Конец рабочего дня. Только наших сотрудников еще можно застать. Организуйте человек 5. Объясните положение. Попрошу, товарищи. Сама с ними пойду. Когда мне подавать заявление? Ольга Даниловна, а может быть, договоримся? Попытаемся друг друга понять? Ничего я не понимаю. Старалась как лучше для всех всегда. Ну что? Ну что? Что я делаю не так? Да. Скворцов говорит. Слушаю. Выяснил с аптекой. Третью нитку прорвало. Пустили на аварийный сброс. Будем латать. Сейчас к вам приеду. Да ну зачем? Время позднее, да вы отдыхайте, а мы без вас управимся. Ну тогда не приеду. Понимаете, Ольга Даниловна, они сами справятся. Сами. Я им не нужен. Это же хорошо. Хорошо. А мне обидно. Глупо? Наверное, нет. Не знаю. Я ничего не знаю. Все мы своей надобностью людям держимся. Заходи,
Заходи на кухню. Павел Петрович, может, я рано? Вы скажите, я потом зайду. Почему рано? Проходи, садись. Ну вот, а торт? Торт зачем? Как зачем? Ну как же, вы меня к себе на вечер позвали. Вроде на ужин, полагается. Лучше бы хлеба принес. Дома не кусочки, забыл купить. С ужином тоже слабовато. Ничего. Ничего, сейчас нажарим картошки с луком, соленые огурцы есть. Навернем с тортом. Так что ты надумал? Мозговой трест. Выкладывай. Павел Петрович, вот скажите честно, вы меня для развлечения слушаете или чтобы не обидеть? Нравятся мне твои фантазии. Так какие предложения есть? Визитные карточки. Ладно, ладно, отдыхай. Павел Петрович, вы послушайте. У нас типография маленькая, а не загружена. Я узнавал. Вероятно, закроем, будем газету у соседей печатать. Да не надо закрывать, не надо закрывать. Дадим объявление, хоть в областную газету. Синеомутская типография принимает заказы на печатание визитных карточек. Заказы посыпятся. Визитные карточки сегодня всем позарез нужны. Неужели? Не слышал, чтобы кто-нибудь страдал без них. Так потому что нет привычки. Это же культура служебных отношений. А какая экономия рабочего времени? Вот приезжаю я в какую-нибудь организацию, даю визитную карточку твердую, с золотым обрезом, на ней все указано. Угу. Валентин Лопушков, начальник РСУ-10. Адрес, телефоны, служебный и домашний. Можно на трех языках напечатать. А это на тот случай, если ты будешь представлять РСУ иностранным фирмам? Так нужно же поднимать культуру служебных отношений. Вот это верно. Только визитные карточки, я бы сказал, заключительный этап. Раньше надо бы научить людей деловитости, обязательности, точности. Как этому быстрее научить? Не знаешь? Как научить-то? Не знаю. Но буду думать. Думай, думай. Кстати, о культуре отношений можно спросить? Валяй. Павел Петрович, а почему вам все говорят «вы», а вы им «ты»? Не замечал. В самом деле? Да. Почему? Спасибо. Буду думать, товарищ Лопушков. Ну, думайте, думайте. Пойди открой. Ага. Ой, Валя, и ты тут. Евдокия Андреевна. Павел Петрович, тут Евдокия Андреевна к вам, Титова. Товарищ Леднев, знаю, скажете, повадилась. Но я не просить, не жаловаться. Звать пришла вас с супругой. Она в отъезде. Значит, перебрались уже. Первыми переехали. Ну и как? Довольны? Ой, такая благодать у нас. Просторно. Солнышко в окна бьет. Вода горячая. Целый день в ванне плещемся. На кухне одна царствую. И все у нас под боком. Приходите на наше счастье поглядеть. Если буду свободен, зайду. Когда у вас намечено? А прямо сейчас и приходите. Через полчасика. Сейчас? Да как-то неожиданно. Вы бы, Евдокия Андреевна, ну, заранее предупредили, и гость у меня... Да ну, Павел Петрович, ну... Так ваш гость, наш гость. Коль мой старшенький, свали приятели. Я заранее не хотела, надо думать еще подарок покупать. А теперь магазины закрыты, баста. Валек, ау. Я на тебя надеюсь. Бери товарища Леднева под руку и к нам. Не волнуйтесь, Евдокия Андреевна, под мою ответственность. Ну, смотрите, без вас за стол не сядем. Так что уж не томите нас. Я побежала. Ну вот, Павел Петрович, и ужина готовить не надо. Дуся пироги с картошкой печет. Ах, закачаешься. Ты им свой торт отнеси. Угу. Мне-то как быть? Хотелось что-нибудь полезное принести. А вы дома поищите. Не оскудел идеями, товарищ Лопушков. Сейчас посмотрю. Чашки нужны одинаковые, а здесь все разномастные. Да. Погоди, нет, вот. Вот, 5 одинаковых. Что ты ищешь?
Людмила? Прости, не слышал, как ты вошла. Валентин, да? Ты иди без меня. Передай, что зайду в другой раз. Ага, понятно. Чашки отнеси. Хорошо. Ну и за меня извинись. Ага, понял. С приездом, Людмила Васильевна. До свидания. Сядем, Людмила. Сядем, так сядем. С чем приехала? Как мама? Я к ней не ездила, я у Сережи была. В лагере, хорошо там? Хорошо. Он-то как, здоров? Нравится ему, да? Он щенка подобрал, а я разрешила оставить. Щенка. Почему вдруг? Ты ведь всегда запрещала. А ты как жил? По-всякому. Трудно было. Угу, мне нелегко. Как нам теперь быть? Продумал тут кое-что. Хочешь остаться на комбинате? Эта квартира тебе. Я перееду. Тебя же снимут? Возможно. Без хлеба не останусь. А если не разводиться официально? У меня пока необходимости нет. Тогда, вероятно, не снимут. В гости друг к другу начнем ходить, забавно. Ну, а почему бы и нет? Расстанемся достойно, наладим добрые отношения. Подумались. Вот когда по-человечески назвал. А куда ты? Да переночую в исполкоме. Слишком много впечатлений. Нужно разобраться. Подожди, ты ведь в гости собирался? На новоселье. Дома заселили. Пустила очистные? Пустили. С доделками еще долго провозимся. Скворцов говорит, в деле очистных сооружений конец всегда труднее начала. А к кому шел? К Титову. К Дусе. Помнишь, приходила? Она и тебя звала. Поменял ей квартиру? На улице Куйбышева дали. Ой, пойдем к ним. Да поздно. Ты отдыхай. Спокойной ночи. Павел Петрович, вы? Ты что бродишь, полуношник? Да от Титовых иду. Хорошо у них, дружно. Посидели, про жизнь поговорили. Самый интересный разговор, как жить. Вот и я об этом думаю. И что вы думаете? Чисто. В смысле, мыться, убираться? Нет, я о моральной гигиене. То есть? Без сделок с совестью, не прятаться от острых проблем, не рвать куски пожирнее. Ну, за это и по шее могут дать. Нет, не из страха, но как бы это сказать? Этим ты опустошаешь себя. Сводишь свою жизнь к животному существованию. Словом, усовершенствуй себя. Приму на вооружение. Добрый вечер. Не помешаю. Да что вы! Садитесь, Людмила Васильевна. А я бродила вдоль реки. Сирени вот нарвала. О, ай, как пахнет. Смотрите,
Небо уже порозовело. Мои ночи короткие. Хороший денек будет завтра. Ну, я пойду. До свидания. До свидания. Была уверена, что ты здесь, у реки. Павел. Не говори. Не говори ничего. Давай помолчим. Подумаем. Весна в этом году была холодная, затяжная, и только теперь цветет персидская сирень, и ее запах проникает повсюду. Река синей блестящей петлей охватывает город. С ее высокого правого берега хорошо видны Березовский совхоз, фермы и поля, поля, поля до самого горизонта, где четкой полосой темнеет сосновый бор, отделяя землю от голубого неба. Павел Петрович Леднев считает это место самым красивым на свете. Может быть, он и прав.